вам нужно будет в юморном формате сравнить трех людей с животными. Первый человек. Дмитрий Нагиев. Дмитрий Нагиев, король, царь зверей, лев. Человек номер два. Да. Это Дмитрий Тарасов. Да. Знаете, вот он так ловко раньше, ну, все хорошо. Он бегал и извивался. Такой обезьянка. Обезьянка. Обезьянка, да. И третий человек. Вот когда с тонущего корабля вот крысы бегут, вот, наверное, все-таки они умные, я непродуманная, я очень честная, искренняя, я буду всех спасать. А крыски позаботятся о себе. Это я. Давид Манукян.